Текстильные игрушки, картины, предметы декупажа – все это результат творческой работы членов общества «Немцы Возрождения». Уже не первый год при нем работает школа третьего возраста, арт-мастерская «Фиалка». Арт-студія, вона займається різними доробками. Виготовляє все, що можна виготовити своїми руками, для того, щоб активно провести час, для того, щоб поспілкуватися один з одним, ну і для того, щоб використати всі можливості і, наприклад, виготовити подарунки для рідних, близьких, для друзів. На виставці немало текстильних ігрушок, котики, рибки і птички. Ці роботи можуть не тільки стати украшенням інтер'єра, але й гарантовано піднімуть настроение детям. Наталья Клещенко уже 3 месяца занимается рукоделием. На выставке ее работ не так много, ведь часто она их попросту раздаривает. Очень приятно, когда дети берут в руки, им нравится играть с такими игрушками, когда приносят радость. К творчеству Наталья приобщила и свою дочь. Кроме игрушек, на выставке Ксения Клещенко представила свои картины. Девушка преимущественно пишет портреты известных людей из мира музыки, кино, литературы. Мне близок очень портрет масла Майкла Джексона. Это он был написан к выпуску его второго посмертного альбома в 2014 году. Недавно я начала заниматься изготовлением мягких игрушек. И, собственно, моя мама помогает мне в их оформлении, помогает мне в изготовлении основ. И, собственно, опять-таки, я применяю свои знания в рисовании и в технике декупаж. Выставка «Летние мотивы» в Центре национальных культур Запорожской областной научной библиотеки будет работать в течение месяца. Евгения Ли, Мария Маракеляна, Иван Демяненко, ТВ5.